целом же оперативная обстановка в Чувашии была относительно спокойной, чего не скажешь о противопожарной. В республике произошло 14 возгораний. Чаще всего горели частные дома и бани. Не обошлось и без пожаров с летальным исходом. В первый день Нового года в огне погиб мужчина. В Госкомитете по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили подробности. Погибший это вот 1 именно января, рано утром, 5.19, пожар в Аликовском районе, Раскильдино. Причина мужчина 68 лет, причина оказалась курение в нетрезвом состоянии. Хотя вечером его состояние соседи видели, знали, но, к сожалению, никто как бы меры предосторожности не предпринял.